Press the A button to jump. While jumping, press the button again to perform a homing attack. Press the B button to perform a spin attack. Press the button again to uncurl and continue running. Knowing when to roll and when to run is compulsory to maintaining your speed. Ребята, что ж, фирменное приветствие у меня нет, так что пусть будет всем привет с вами на вас. Сегодня мы опять проходим эту же игру, уже четвертый рекорд раз. Опять же, я играю на клавомыше, потому что на геймпаде жуть как неудобно. Отвлекаем первого. Хоминг. Опасный момент. Ну, и второго. Без замороки. Берем замок. Блин. Так, блины блинами. Ну, я потерял. Бакстейт. Да, видно. Основу его нашли. Если можно так выразиться вообще. Тут лежал один из снова. Все логично, все правильно. Опять делаю стримов никуда. Опять я чувствую себя маленьким сволочи. Все как обычно, все идет по плану. Что ж, на сей раз мы прошли сюда без лагов. И мы почти добрались до последнего седьмого изумруда. Поздравляю, мы сегодня сделали
Бог не снова здесь. Грусть. Давай. Что ж ты это делаешь? Опа. Это было неожиданно. Еще и совладать. Вот и зрители поперли. Здравствуйте. Представьтесь. Налаживается, все идет по плану. Приятный ремикс из Greenfield Zone. Опа! Лавируем с помощью мыши, потому что геймпад, как я уже говорил, здесь не подходит. Ё-моё! Нет! Ой! А вот и объявились в чате зрители. Здравствуйте! Что ж, на ваших глазах я только что прокатил 2 счета, и это третий. Как мне это удается, я сам не понимаю, честно говоря. Привет, привет! И я тут, знаешь, опять ракую. Давай, давай, давай. Ну, что? Добрались на точку. Сход. Привет. Разгоняемся. Какие у меня, однако, стримы ламповые. Ух, это я зря сделал. Ложное срабатывание. Конечно же, я тебя помню. А как тебе там? Шучу. Шучу, мне опять не смешные шутки. Мы это сделали, ребята, мы это сделали. Спасибо вам за поддержку, мы добрались до него. Ну, Сэпа Санэй Стайл. Ох, вот эта музыка. Краш Фоти. Соник сиди, да. Спасибо, Ротрабу. Обожаю, обожаю эту песню. Ну, то, что я тут один, я не спорю. Ну что ж, благодаря вашей поддержке мы это сделали. Я благодарю всех, кто смотрел мои стримы. It's a super sunny fight. Ну что ж, мы тут сейчас будем добывать Хуперсоника. Но сперва нужно сохранить это все. Песня Sonic Boom на заднем фоне. Исполнитель Краш Фоти. Источник Sonic CD. Что ж, мы закончили. Всех благодарю за поддержку. S-Rank. Вот. 7 изумрудов хаоса, ребята. Погоня за Хуперсоником. Сперва нужно добыть 50 колец, а после этого мы уже начнем. Я даже помню то место, где нужно. Да-да, будет еще. Подождите.
У меня и так FPS лагучий. Ну, что ж, погнали. Сейчас нам нужно сделать почти идеальный забег. И вот сейчас тут... Клава не глюч. Press the A button to jump. While jumping, press the button again to perform a homing attack. Если что, я говорю, в этой игре поддерживаются Xbox-овые джойстики, но также поддерживаются обычные джойстики, китайские, знаете. И я играю с клавиатурой, она здесь тоже поддерживается. Кому я это вообще говорю? А с джойстиком я не играю. У меня есть и, значит, и китайская модель. To perform a spin attack. Press the button again to uncurl and continue running. Вот сейчас обидно было. Ребят, у нас каждая секунда на счету. Кольца тратится. За секунду каждую. Собираем все. Все, разгон. Давайте. Верьте в меня. Ну, давайте посмотрим на карту мира. Она здесь тоже очень красивая. А вот я и умер. Ну, я думаю, логичнее здесь будет начать заново. Согласен, это было смешно. Ну что ж, нам сейчас нужно добраться до открывашки. И... таки дойти до Хуперсоника... дойти до Хуперсоника и завершить этот акт. После чего будет там он заслеп, да. Ты, брат, цыган. Use the right joystick to control the camera. Ну тут элементарный английский, всем все понятно, да? Богдан, я знаю, как тебя зовут. Конечно же, тебя зовут Роб. Бдумц. Сложно. Очень сложно. Ничего. Будет сложнее его открывать. Плюсом нужно где-то... А, все, я, кажется, знаю, где я раздобуду весь реквизит. Для Хупер... для Хупера. Press the B button to perform a spin attack. Press the button again to uncurl and continue running. Knowing when to roll and when to run is compulsory to maintaining your speed. А да, кстати, где... Блин, а вот этого обидно было. Не заметить этого батенька. Ну, возможно, кстати, мои обсерушки в прямой эфире не будут так интересны. While crouching, press and hold the A button to charge the spin dash. Release both buttons to launch forward. Аналог мача опять пристает. Воу-воу-воу-воу. Только здесь он приносит пользу, в отличие от оригинального. Я надеюсь, таких лагов не будет с Суперсоником. Так, небольшие подлагивания. Чисто из-за того, что мой комп начинает превращаться в ядерный реактор. Ну что ж, начинаем. Забег. Опа, повезло. Ну что ж. Здравствуй, наш еще один зритель. Представьтесь, пожалуйста, в чате. Почему я не популярный? Ну, может быть, там мне просто никто не знает. Я просто тупой школьник. Опа, это я зря сделал. Тупой школьник, который никому не интересен. Пролезем в эту дырочку? Пролезем.
У нас в наушниках играет Crash Potty. Мы нажимаем хоккей. Все хорошо. Все идет по плану, как завещала нам гражданская оборона. Коп, опять ядерный реактор. Ребята, максимальный репост. Ком, держись. Обожаю эту песню. Просто обожаю рок и эту песню. И нет, эта песня не имеет никакого отношения к тому же зашквару, имеющему себя наглость называть Sonic Boom. Да-да-да, я говорю про того ежа с шарфом. Эгоистичного ежа с шарфом. В оригинале Sonic не такой, честно вам говорю. Ну и вообще кэп. Согласен, тут Еро. О! Так, долетим? Не долетели. Да шо ж такое-то? Так. Что ж, это было близко. Мы допрыгали сюда, поняли, что у нас там ничего не открыто. Нам нужно вон туда. Вон туда я камеры покажу. Вон на ту горку. Там есть ключ, который надо прыгнуть. Все. Е-рок закончился. Все, я уже обычный Соник. Рок уступает старые добрые греки. Возможно, в ремиксовочке. Не такой хороший, как я ожидал, но ремиксовочек. Поэтому авторские права нам не грозят. Нас не забанят. Теперь нужно найти вход. Опа! Огненный щит. Опа! Ну что ж, кто не знает, огненный щит может давать огромный разгон через один прыжок. Вот, например, я вступил в Макстейт. Уйм! Да. Максимальных зрителей у меня было 3. Возможно... Ах да, вот, кстати, тот ключ, который мне нужно будет активировать. Интересная загадка. Мне эта игра очень нравится, чисто из-за своей загадочности и огромной открытой территории. Плюсом с отличными шейдерами и графоном, эта игра превращается просто... Я не знаю. Ой-ой. Простите. Небольшие технические неполадки ввиду того, что мой комп перегревается. Я всего лишь приложу к нему льда. Бдум. Ладно. Ребята, нам сейчас срочно нужно как-то туда попасть. Если кто-нибудь из вас проходил эту игру и знает, как, будьте добры, скажите. Я откровенно не понимаю, как этот ключ активируется. Я видел его, попадал туда чисто из-за бага, но... Я не знаю, как туда попасть честным путем. Но если тот баг и был честным путем, скажите, как его активировать снова? А вот и электрический щит. Один из самых имбовых щитов, собирая все пульсы вокруг вас. Идеален для...
Простите, технические неполадки. Yeah.